Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Хотелось бы поприветствовать вас города Волгограда. Я Яковлев Александр Олегович, учитель английского языка, представляю такое учебное заведение, муниципальное образовательное учреждение, как лицей номер 9 имени заслуженного учителя Российской Федерации Алексея Николаевича Неверова. Может быть, кто-то слышал. В нашем учебном заведении достаточно широко обсуждается тенденция развития и динамика развития информационной системы технологий. И более подробным, тщательным образом сегодня я вам хотел бы рассказать, что собой представляет собой такая технология, как WebQuest. Прежде чем как начнем мы с вами обсуждение, я хотел бы уточнить, спросить у вас, кто из какой, откуда вообще, видел здесь Московскую область, да, еще кто откуда, с каких городов. Вот, вижу Комсомольск на Амуре, здравствуйте. Свердловская область вижу, очень приятно, спасибо. Иркутская, Тольятти, Свердловская область, Томск. Сегодня мы с вами поговорим о такой педагогической технологии, как WebQuest. И все возможные моменты, которые мы с вами прежде всего, конечно, обсудим в нашем форме беседы, здесь вы увидите как на содержании нашей беседы. Но прежде всего я пытаюсь вам раскрыть основную сущность WebQuest. Вы наверняка о данной технологии уже слышали. Были всевозможные моменты и предпосылы, когда внедрили это в систему образования в большей степени. Дальше мы с вами проговорим о структуре WebQuest более подробно, тщательным образом. Все, в принципе, кто-то слышал, кто-то не слышал. О структуре WebQuest более подробно, тщательным образом проговорим, прокомментируем. Я думаю, что вам, возможно, это вам все, конечно, пригодится в вашей профессиональной педагогической деятельности. Классификация веб-квестов поговорим, какие существуют требования к элементам веб-квеста, интеграция в учебном процессе, практическое применение веб-квеста на уроках английского языка, порядок работы и необходимые ресурсы, описание здесь, прежде всего, последовательности действий, роли ресурсов, ну и, конечно же, безусловно, как для любого предметника, было бы интересно услышать о практической значимости данной технологии как инструмент подготовки государственной итоговой аттестации. Наша форма беседы будет проходить, мы будем все ее по ходу дела обсуждать. Если будут какие-то вопросы, я в ходе нашей с вами беседы постараюсь на них ответить, если вдруг возникнут. Ну, я думаю, где-то до конца нашей с вами встречи, минут за 20, я прям более тщательным образом акцентирую внимание на каких-то конкретных вопросах, если вас заинтересует. И более тщательным образом все это прокомментируем, проговорим. Итак, в общей сложности сегодня мы с вами сталкиваемся с информатизацией общества в целом, что какие существуют технологии, какие веб-ресурсы нам необходимо применять в нашей профессиональной деятельности, на что мы именно особо акцентируем внимание. Учитель, составляя прежде всего задание, подбирает информацию в интернете. Как это не секрет, вы прекрасно об этом знаете, я этим пользуюсь. Где можно найти необходимые материалы? Вопрос возникает о качестве данных материалов и как это можно в дальнейшем применить в нашей профессиональной деятельности. И прежде всего здесь возникают соответствующие, какие давая ученикам, учащимся прежде всего, соответствующие гиперссылки, на что именно необходимо обратить внимание при создании такой технологии, как WebQuest. Здесь мы прежде всего можем с вами акцентировать внимание на том, что сегодня современный период развития цивилизационного общества характеризует процесс информатизации. Информатизация общества – это как глобальный, вы знаете, социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности сферы общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение и передача информацию, ну, безусловно, конечно, использование самой информации на основе современных технологий, которые есть в информационной системе технологий.
Здесь бы, конечно, хотелось бы акцентировать внимание на информатизацию обществе, в чем оно что обеспечивает, на что оно выделяет внимание, прежде всего, как активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, научной, производственной и других видов деятельности, у членов которого мы можем это все с вами акцентировать внимание, это кладезь того материала, который мы можем с вами взять в наших методических разработках, в наших непосредственных уже годами скопленными материалов, которые бы нам помогли бы. Но все это накапливается, и нам хотелось бы, конечно, это все применить на практике. Ну и, безусловно, передать дальнейшему поколению, на что именно необходимо обратить внимание. Прежде всего, это интеграция информационных технологий с научными производствами и инициирующим развитие всех сфер общественного производства здесь, и высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого члена общества к источникам достоверной информации. Акцентируя внимание на информационной системе, как технологии WebQuest, вообще WebQuest впервые он еще был предложен давным-давно, еще в 1995 году, Берни Доджем. Это профессор образовательных технологий университета Сан-Диего. Автор разрабатывал здесь инновационные приложения интернета для интеграции в учебный процесс преподавания различных учебных предметов, различных уровней обучения. То есть, собственно говоря, создание WebQuest не только сейчас, я акцентирую внимание, можно применять на уроках английского языка, немецкого, французского языка, но и можно также это применять в различных сферах деятельности и в различных дисциплинах. Отчасти в большей степени это является как модульное обучение. Здесь идет поэтапная в общей сложности структура, по которой вы можете здесь выполнить определенный объем работы. И сам квест носит такой, будем так говорить, носит игровую форму. Потому что если мы с вами посмотрим, как переводится веб в общей сложности, если знаете, это веб-сеть, всемирная паутина, квест – это поиск. В педагогии мы прежде всего с вами акцентируем внимание на выполнении какого-то вида задания, которое пользуется информационные ресурсы интернета, с элементом ролевой игры. Чтобы детям было достаточно интересно, педагогу это было очень полезно, на что именно обратить внимание, на что именно акцентировать свое внимание при изучении иностранного языка. Плюс ко всему, большинство из вас уже знают, что в некоторых учебных заведениях существует два языка. И сопоставительный анализ порой очень помогает, не только как они являются носителем русского языка. И сопоставительный анализ здесь играет достаточно высокую роль для того, чтобы акцентировать внимание на тех проблемных моментах при изучении языка, чтобы можно было помочь в следующем изучении языка. Ну и в целом это, конечно же, откладывает положительный отпечаток в вашей общей профессиональной деятельности и для изучения языка в целом для детей. Вот отец-основатель у нас впервые здесь этот термин появился в 1995 году, как я уже сказал, профессор образовательных технологий университета Сан-Диего. И об этом очень хорошо говорили, ну, где-то, наверное, может быть, лет 15, 10-15 лет, мы широко уже об этом говорили, все это прекрасно помещалось. В интернетах стали появляться первые вот различные форумы, порталы, в которые можно зайти и получить необходимую для этого информацию. Здесь, конечно же, поэтому можно было, конечно, акцентировать на это внимание, но в связи с тем, что информационная система технологий идет вперед, появляются социальные сети, появились они уже, и где информацию передаем уже друг с другом, но вопрос возникает о качестве самой информации. И каким образом оно потом будет играть роль для педагога целого развития, ну и, конечно, для знаний самих учащихся. Здесь можно было бы, конечно, акцентировать внимание на основные моменты, что, прежде всего, помогает WebQuest, уважаемые коллеги, акцентировали внимание вот на эти моменты. Я вот более тщательным образом просмотрел. Здесь вы можете увидеть основные вот эти четыре подхода, которые явно выделяются
для того, чтобы можно было акцентировать внимание, для чего вообще ВПП существует и что он помогает в нашей профессиональной педагогической деятельности. Ну, прежде всего, это организовать активно самостоятельно или по поисковой деятельности. Здесь в поисковой деятельности вы можете применить различный материал, который вам был бы интересен. Это могут быть и те же самые монологи, диалоги, проектная различная деятельность, в котором, соответственно, принимают дети, и вы в том числе. Возможно, это различные мероприятия, которые вы приучиваете к вашему уроку. Это могут быть, и, например, написание того же самого письма. Это может быть, при, например, тот же самый фонетический конкурс, где вы можете акцентировать внимание на том или ином авторе или тех или иных произведений американского или британского происхождения. Ну и, безусловно, это, конечно же, те мероприятия, которые наиболее часто мы с вами применяем для того, чтобы дети смогли усвоить этот материал, Конечно же, это способствует развитию творческого мышления и навыков решения проблем. Дети сами находят эту проблему. Вы как бы их подталкиваете к решению данной проблемы. Ну, со стороны это выглядит, что вы находитесь на стороне, но дети в этом сами принимают участие, но при этом вы уже выступаете в роли как модератор данного процесса. И ВПС, такая технология, дает им возможность широко применить свои знания, умения, навыки для решения той или поставленной задачи и проблемы. Уже потом, когда у вас будет полная картина по проведенной данной там, проектной деятельности или урока, вы уже можете сделать работу над ошибками. Ну и плюс ко всему, что легко таить, у нас 90% работы зрительного анализатора, дети это воспринимают информацию, видят перед собой, запоминают эту информацию, и потом, естественно, ее применяют ее в дальнейшем. Ну, здесь уже зависит, конечно, практическое применение этих знаний. Здесь вы можете применить то же самое, это и может быть и лингвистический материал, это может быть и грамматический различный материал, чтобы детям было очень интересно, ну и, естественно, полезно. Дает возможность осуществить индивидуальный подход. Здесь уже вы увидите, кто лидер, кто может себя показать, проявить в данном мероприятии, в каком-то либо проекте, как они себя поведут, как за ним команда последует. И на самом деле здесь очень хитро можно поступить, что вы видите здесь определенное количество тех детей, которые, ну, будем так говорить, у них есть определенное чутье, языковое чутье, но не хватает, допустим, практического навыка. Здесь уже, соответственно, вы им помогаете в этом реализоваться, и они могут себя уже почувствовать уверенно, ну и при этом за собой потянуть других товарищей. Ребят, у которых успеваемость намного ниже у других ребят. И здесь уже как бы они уже сообща работают в команде, при этом время идет, и тот материал, который вы изучаете, вам будет намного легче и проще уже его проследить, где что можно скорректировать, на что именно необходимо обратить внимание и так далее. Тренирует мыслительные способности, объяснение здесь идет, как я говорил, сравнение, классификация, выделение общего и частного. Здесь уже метод индукции, дедукции уже играет роль, и они на этом, естественно, уже обращают особое внимание. Для чего, собственно говоря, сам вот этот веб-квест, эта сама технология на уроке применяется. И очень им интересно, и они могут копаться в различных ресурсах, источниках и получить необходимый материал. Но от вас уже, как от модератора, зависит проверка качественной. Качественной ли эта информация, некачественной, на что не необходимо обратить внимание и так далее. И как подводя определенный итог вот данного пункта, хотелось бы, конечно, все-таки именно обратить внимание ваши коллеги особое, это то, что технология, это заложен деятельностный подход. О том, что мы с вами говорим в ГОСах, что это прекрасно, с вами это видим, каким образом мы это осуществляем на уроках, ну, чтобы это было достаточно интересно, чтобы это было полезно, и вы видели, на что именно вам необходимо обратить внимание. Ну, переходя к самому классификации веб-квестов, конечно же, хотелось бы акцентировать внимание, что данная, значит, сегодня беседа носит такой информативный характер, где я вас познакомлю о существовании различных видов веб-квестов, и в
дальнейшем, может, в следующей беседе, я уже как на примере вам создать, каким образом создать сам веб-квест, а что именно необходимо вам обратить внимание, как его создать, какие существуют определенные особенности и хитрости, чтобы дети могли бы детям дать возможность покопаться, найти эту информацию. Им очень это интересно. Здесь прежде всего основные пункты, вот их три пункта, здесь как является этап длительности выполнения, вы можете быть, это у вас краткосрочные, долгосрочные быть квесты, в зависимости от уроков, разделов, которые вы изучаете, и какой у вас учебник. Это прежде всего по предметному содержанию. Могут быть монопроекты, может быть межпредметные веб-квесты, где дети различных уровней знаний могут принимать активно в этом участие. Можете также, как мы говорим с вами, подготовить необходимую карточку для ребенка, которая успевает, плохая у него успеваемость на уроки. Здесь вы, пожалуйста, ради бога. Он может зайти на ту же самую ссылку, допустим, это грамматика, посмотреть, изучить данный этот материал, а уже выполнить задание, которое вы им предоставите, поэтапно. Он начинает выполнять, и при этом вы по ходу дела уже начинаете обращать на внимание, какие у него ошибки, корректируя вместе, совместно с ним. Он это видит прекрасно, как вы это все делаете. Возвращаясь к тому же самому видеоролику, или же, например, вы свой видеоролик можете выложить и обсудить с ним вместе данную проблему или данную тему. По типу заданий здесь в плане учащимся, это может быть пересказ, это может и быть различные закатки, журналистские расследования, могут быть и творческие задания, спорные проблемы, которые необходимо было бы изучать и на этом акцентировать внимание. Это могут быть и убеждающие различные задания, самопознание, которые аналитические, оценочные, научные. То есть вы, в принципе, видите по разделам учебников, которые проходим, изучаем, я это вижу на своей практике, на что можно будет акцентировать внимание, применить саму технологию, где это можно применить, именно то или иное задание, как ему можно выполнить это задание наиболее легким способом, чтобы они получили полезную при этом информацию, вы от этого получили максимум удовольствия, ну и, конечно же, скорректировать свой урок, точнее, и те ошибки, которые допускает тот или иной ребенок. Акцентируя внимание, хотел бы сказать, что вот есть основные моменты, все-таки мы с вами уделяем на практике это особое внимание. Это задание как на пересказ. Пересказ здесь является самыми здесь примитивными, которые есть, представляют собой самый простой пример использования самой технологии в интернете. И различные источники информации в интернете. И существует даже мнение о том, что веб-квесты основаны только на пересказе. Но это ошибочное заблуждение. То есть ты увидел эту информацию, прочитал ее и, соответственно, или заучил ее какими-то общими фразами и изложил ее в кратчайшие сроки. Здесь большинство случаев пересказ допускается как задание для веб-квеста при условии, что, прежде всего, во-первых, это формат или форма докладов учащихся заметно отличается от оригинальных текстов. То есть не является простым копированием текста, как они его заучивают и потом вам выдают эту информацию, как в интернет-текстовом редакторе предоставляют. То есть они, соответственно, эту информацию должны будут прочитать, изучить эту информацию, оценить. Пускай это будет небольшой текст. Пускай это будет где-то, может быть, от 180 до 200 слов. Они прочтут ту же самую лексику, которую можете применить, не буду сейчас использовать. Это могут быть фразовые различные глаголы, которые можете применять по тому или иному разделу, в зависимости от темы изучения. А уже в ходе процесса, допустим, обсуждения того же самого проекта или же задания текста, вы здесь уже акцентируете внимание. То есть ребенок уже начинает на каких-то определенных моментах. Ребенок уже тем самым выстраивает какой-то определенный алгоритм, определенный порядок действия, каким образом ему нужно будет передать ту или иную информацию наиболее кратчайшим, понятным для него языком и, соответственно, для аудитории. При этом он сам себя слышит, и услышит его ребята, и при этом могут различные характеры задать вопросы, которые вы заблаговременно можете составить,
и в ходе процесса обсуждения их решить. Здесь, прежде всего, учащиеся свободны в выборе того, чем рассказывать и как организовывать найденную информацию. Здесь вот уже зависит такой достаточно большой широкий выбор, спектр изучения данного материала. И здесь учащиеся используют навыки суммирования, то есть отбора и обработки самой информации, которую они, соответственно, применяют. Что касается каких-либо творческих моментов, то, конечно же, безусловно, дети в этом могут принять участие. Каким образом они могут эту картину изобразить? На что им намного проще, допустим, изобразить ту или иную картину, полноценную, ту или иную тему, которую бы они хотели бы это обсудить. Может быть, допустим, дополнительное задание связано, например, допустим, те же самые с животными, флора или фауна англоговорящих стран, сопоставляя, например, с нашими животными, с нашей флорой, фауной, и это обсуждает, переходя это все плавно в проект, обсуждается с ребятами, и, соответственно, те же самые вопросы, которые могут у них возникнуть, их обсудить на том же самом уроке. Вы, на самом деле, вот, на практике, я это уже реализую второй год, могу сказать, что первые, допустим, два месяца, где возникали достаточно большой ряд вопросов, каким образом, а куда, что, а как, и когда ты им представляешь полноценную картину, нигде они видят свой выбор, у них на уроке возникает какой-то, знаете, спортивный интерес. Вот, они уже сами жаждут, когда им дадут какое-то задание, когда они будут изучать тот или иной материал, они опять мы прочтем этот текст, опять мы его переведем с вами вместе и будем в течение, допустим, 30-35 минут его обсуждать. Здесь, соответственно, уже полный выбор. Как они могут этот вопрос обсудить, какие вопросы могут составить. Здесь уже вы акцентируете внимание на грамматическое построение предложения. Здесь уже на сложности и тактические формы вы обращаете внимание. Возможно, конечно, это большую роль и фразеологический оборот, идиомы играют. Поэтому выбор у них достаточно большой, как они могут это все изучить. Вот переходя к самой структуре самого квеста, я бы хотел, конечно, акцентировать вами вот на проблемные моменты, четко как-то сформулировать использованную деятельность. Вы сами знаете, как вот если создать тот же самый скелет, как вы изначально его положите, тот материал, так вы уже, соответственно, уже будете моделировать, смотреть, наблюдать, контролировать за происходящей данной ситуацией. И вам будет намного легче, проще на это обращать внимание. Где-то по ходу деятельности своей будете уже вносить какие-то определенные коррективы. Прежде всего, я выделил основные три элемента, их намного больше здесь, и я их прокомментирую. Но одно вытекает из другого. То есть, во-первых, на особо хотелось бы обратить внимание, в ходе процесса обсуждения, конечно, когда буду, если проводить, я данное мероприятие вам как мастер-класс, я покажу, на что именно особо нужно обратить внимание, как именно создать сам квест, какие существуют определенные проблемные моменты, где этот не пустить момент, чтобы вам было намного легче, комфортно вы себя чувствовали, ну и дети понимали, что вы от них хотите. Ну, во-первых, это первое, это сам процесс выполнения, здесь как точное описание основных этапов работы, акцентируется внимание. Здесь уже как руководство действием, то есть даете какие-то полезные советы по сбору информации. Это является, безусловно, как контрольный список вопросов для анализа информации, то есть уже обозначиваете тему, на что вам нужно будет обратить внимание и обратить внимание учащимся. То есть вы видите, как сам тот же самый ГОС. Разнообразные советы по выполнению рекомендации данного иного задания, где вы, соответственно, можно акцентировать такое понятие, как заготовки. Вот эти заготовочки вы уже акцентировали внимание, на что именно нужно будет с нами, ребят, поработать, на что именно обратить нужно будет особое внимание и так далее. Отчетность какая будет происходить, вы уже здесь можете разработать свой перечень баллов, по которым будете оценивать ту или иную деятельность. Может быть, это проектная деятельность, как я говорил, может быть, это монопроекты, микропроекты. Прежде всего, это будут, конечно же, рекомендации по использованию информационных ресурсов. Вот уже здесь, контролируя данную информацию, вам, как говорится, все инструменты
выдаются. Вы уже здесь можете отследить ту информацию, ребят, вы можете обратить вот на это внимание. Ну, безусловно, вот здесь вот может, я вам рекомендую на этот источник посмотреть, вам рекомендую на этот источник посмотреть. Пускай это будут небольшие какие-нибудь ролики, допустим, видео, где они будут, допустим, проходить по продолжительности минут 15-20. Все в интернете это можно найти, огромное количество вот этих источников находится. И уже после этого они уже начинают потихоньку не проясняется какая-то картина, что от них требуется, что от них хотят. Но, безусловно, работать нужно. Они работают, смотрят на происходящее в данной ситуации. Может быть, пускай, когда вы создавать будете первый квест, вместе с ними создать. Сначала для себя создадите квест, а потом уже вместе совместно с ребятами можете создать веб-квест. И вы увидите сами, как они охотно это очень сильно захотят сделать, выполнить. На что именно будет, прежде всего, нужно будет вам обратить внимание по созданию квеста, качественный сбор информации и совместными усилиями создать свой квест. С методической точки зрения здесь материал должен, прежде всего, отличаться разнообразием. Здесь, конечно, должно быть разнообразие и оригинальностью ресурса. То есть они ту информацию, которую они видят, которую информацию они изучают, учебники встречают, они уже, соответственно, уже скучно, не хочется посмотреть. Может быть, кто-то вообще не хочет на это акцентировать внимание. Вам здесь уже, собственно говоря, вы можете представить ту определенную картинку. Ну, как говорится, вот эту картинку создали, а уже в ходе обсуждения они понимают, что находится за этой картинкой. Что работа достаточно сложная, но в то же время интересная. И здесь еще разнообразие должно быть задания различного характера. Здесь вы можете тренировать все формы деятельности, которые применяете на уроке. Здесь вы можете распределить, поставить временной период. Сколько ты должен на это обратить? То есть вначале, конечно, это будет сложно ребятам, безусловно, как я вот на своей практике это применял, но потом у них возникает чувство времени. Они понимают, что вот на это нужно потратить, допустим, 5 минут, на это потратить, допустим, 10 минут, 15 минут и так далее. То есть эта работа абсолютно идет, но при этом они чувствуют время, это самое главное. И очень быстро начинают выполнять свою работу. И уже по ходу деятельности данного проекта или обсуждения того или иного вопроса уже, конечно, начинают корректировать сами свою деятельность. Вот я здесь не так сделал, нужно было бы обратить так, то есть здесь и как субъективная, так и объективная деятельность. И, конечно же, хотелось бы акцентировать внимание на развитии мыслительных навыков. Они начинают размышлять, они начинают высокого уровня, конечно же. Здесь наличием, безусловно, методической поддержки, как и вспомогательных, так и дополнительных материалов. Здесь вы можете, вот как я вначале вам уже говорил, о сборе той информации, которая у вас накапливался годами, вы можете это применить на практике. Но только уже вот сюда это можно вот так применить, сюда можно вот так применить материал. Безусловно, там возможен тот же самый гастрономический материал. Что касается ролей, то здесь ролевой, как сам квест, ролевых ролей, должны быть адекватный выбор ролей и ресурсов для каждой роли. Вот здесь уже вы распределите ту роль, на кого возлагается. Я, допустим, модератор, я могу только объективно оценить ваши всевозможные моменты, аргументы, факты, могу вносить какие-то корректировки как педагог, и они, безусловно, должны выполнять какую функцию судьи. Но в то же время вы со стороны наблюдаете происходящий данный процесс, они как бы видят свою самостоятельную манеру, самостоятельно работают, выполняют то или иное задание, но они чувствуют эту поддержку, методическую поддержку, что ага, вот, здесь у нас возник вопрос, уже на этом акцентировали внимание. Но при этом они вместе с группой уже принимают активное участие. И здесь, конечно же, безусловно, нужно указывать на ссылки ресурсов и выделять их. То есть какой-то создать какой-то определенный уже в перспективе создания своего квеста, и вы посмотрите, как тема дальше это пойдет, отдельный раздел. Вот уже сами создаете свой некий какой-то определенный раздел, и ребята уже знают по этому разделу, как работать. Да и потом, если у кого-то какие-то возникают сомнения, вопросы, кто-то что-то подзабыл, он может всегда вернуться к этой ссылке, на это прочитать, обратить внимание или посмотреть тот же самый ролик, ему намного проще и легче становится.
Дальше, что касается оценивания. Здесь прежде всего дает как описание критериев и параметров по оценке выполнения задания. Здесь представляется в форме, прежде всего, бланка, где вы видите определенную структуру, на которую необходимо будет обратить внимание, и, конечно же, критерии оценивания. То есть зависят они, конечно, от учебных задач, которые решают при создании веб-квеста. В начале об этом, конечно же, оговаривайте, сообщайте, что в любом случае у нас существуют критерии. А какие критерии, как их создавать, я уже в форме мастер-класса вам это все разъясню, объясню, каким образом это создается и делается. На что необходимо, прежде всего, будет обратить внимание, особенно если это по поводу того же самого пересказа, возможно, педагогические какие-то виды задания, которые они будут выполнять, может быть, журналистское расследование, научные задания. Здесь они уже, вы уже акцентируете внимание на те критерии, на что допускается какое количество речевых ошибок, стилистических ошибок, грамматических, то есть морфологических, синтаксических ошибок. И, безусловно, есть такой еще критерий, как творческий подход к данному материалу. То есть в любом случае вы ребенка сможете оценить. И он уже увидит полноту картину, на что ему необходимо обратить внимание. А да, здесь на грамматике, здесь мне необходимо обратить в плане творческого задания. Чтобы это было оригинальное задание, то есть они в любом случае начинают копаться, интересоваться. Те же самые ссылки, которые вы им предоставили, они уже начинают искать ту или иную изюминку, на что, прежде всего, не обратит тот или иной ученик. И я обратил на это внимание, он обратил на то внимание, у вас получается полноценная картина. Вот вы так называемый пазл собрали. Здесь, конечно же, методической оценке подлежит, прежде всего, адекватность представленных критериев оценки типу заданий. Здесь нужно четко описать критерии, параметры оценки, возможности измерения результатов работы, чтобы они видели, и в квесте это тоже самое, безусловно, присутствует. Чтобы они видели и акцентировали на это внимание. И когда уже выполнять будут хоть это задание, они, безусловно, смотрят. Так, мне нужно на это обратить, мне нужно внимание на это обратить. То есть они смотрят, на что им необходимо обратить внимание. То есть они сами себе и проверяют при создании того же самого квеста, или же уже когда создан квест и выполнение задания, уже акцентируют на это внимание. Мне нужно по этому пункту обратить внимание, на этот пункт обратить внимание и так далее. Если какие-то возникают вопросы, конечно же, они вам обращаются, и вы уже свою методическую помощь окажете. Ну, намного интереснее и будет проверяться сама работа. Что касается таких моментов, как заключение, здесь идет как краткое и точное описание той деятельности, которую вы провели, выполнив так называемый данный веб-квест. Что вы создали, на что именно акцентировали внимание, то есть некая рефлексия. Здесь должна прослеживаться, прежде всего, взаимосвязь с видением. Когда уже начинается видением, когда что вы от них хотели, что мы с вами добились на уроке, что вы нового узнали. Но опять же, не просто может это быть та же самая форма опроса, могут в форме выполнения той же самого задания, которое можете дать, отсеять те лишние задания, которые они изначально выполняли, и сжать то или иное задание, и когда уже проверить, на что им необходимо, прежде всего, обратить внимание. Дальше есть еще и использованные материалы, которые ссылки, ресурсы использованы для создания квеста. Данный раздел можно объединить с разделом выполнения задания, который идет первое, точное описание основных этапов работы, как я вам говорил. Можете вы отдельно на это акцентировать внимание, можете дополнительную информацию предоставить, если у них возникнет какой-то некий интерес при выполнении того или иного задания или же проекта. И, естественно, это еще страничка учителя. Есть. Здесь вы можете комментарии различные оставлять. Здесь идет, прежде всего, это, как вам говорю, методические рекомендации для преподавателей. То есть вы можете оставлять свои рекомендации, на что именно необходимо обратить внимание. То есть это очень интересный формат, и вы можете на практике уже, когда вы применили данный веб-квест, данную технологию, вы уже можете поделиться своими соображениями, своими идеями, на что необходимо обратить внимание. То есть для общего пользования веб-квест то же самое вы можете на различной платформе, в которой я позже чуть скажу вам, выложить свои соображения, идеи в форме комментариев.
И уже следующему педагогу будет намного интереснее и легче, допустим, выполнять то или иное задание. То есть все у вас в любом случае на практике познается. И здесь, конечно же, здесь вы можете обратить внимание, как происхождение цели задачи в квесте. То есть обращать внимание, обратить можете внимание на возрастную особенность детей, учащихся. Какие планируемые результаты у вас при этом были, опираясь на какие-то стандарты обучения, личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные, процесс организации самого веб-квеста. То есть полнота комментариев ваша только будет приветствоваться. Вот, не приходя непосредственно с самого веб-квеста, я выбрал такую платформу, которая довольно вам может быть известна, это tunnel.com. Здесь есть огромное количество платформ, огромное количество, на что именно вам можно будет акцентировать свое внимание, это уже на ваш вкус, как вы хотите на это обратить внимание, когда вы хотите обратить внимание на то, что вам нужно создать. Здесь посмотрите, пожалуйста, на эти небольшие такие сделал скриншоты, а вот возрастные особенности. Какие вот могут быть возрастные особенности. То есть это может быть 9 класс, это может быть 11, 10 классы. Здесь вот идет полнота тех же самых заданий, которые, соответственно, вы можете выкладывать поэтапно, ссылаясь на какие-то определенные ссылки. Да, вот я пишу здесь, что на этой платформе я уже создавал квест, очень удобный ресурс. Безусловно, очень удобный ресурс. Здесь, соответственно, вы можете на этом акцентировать внимание. То есть уже здесь, конечно же, когда вы применили это на практике, вам все время хочется скорректировать свою работу. Улучшить эту свою работу. Какую-то новинку найти. Допустим, те же самые, допустим, создание какого-то проекта, новой интересной темы для обсуждения. Здесь, конечно, играет достаточно большую сумму роль создания самого квеста. Ну, вот я взял такую платформу, как Tunnel, и вам она уже, в принципе, известна, это платформа, это уже радует. Здесь, как я вам говорил сейчас только что, вот этих пунктов вы можете акцентировать внимание на различных темах. Это могут быть и радиопутешествия, это может быть и, допустим, сферы деятельности различной жизни. Очень хорошо это, кстати, вот идет в девятых, 10-11 классов. Очень хорошо. Особенно, когда ребята понимают, что иностранный язык очень нужен, необходим для изучения, для любой сферы деятельности. Будь это медицина, может быть, политология, социология, педагогическая деятельность. Здесь, конечно же, можно на этом тоже акцентировать внимание. То есть создать веб-квест не только для ребят из группы, но можно для кого-то отдельного. Создать человека, уже этот человек может выполнить это задание самостоятельно. И вам гораздо проще и легче, ну, ему достаточно интересно, и он постоянно пополняет свои знания. Что касается самого квеста, здесь я еще раз хочу акцентировать внимание на видеороликах, которые вы можете найти, да более известные, которые наиболее часто мы все берем с вами с YouTube, вы прекрасно об этом знаете. Проверить этот источник, что там предоставляется, каким образом здесь вы можете поэтапно выполнить задание. Можете здесь делать в форме, например, то же самое видеопросмотр. Даются какие-то 4, допустим, критерии. Вы 4 основные критерии здесь их прописываете, они выходят на них. И поэтапно выдаете те или иные задания. Допустим, на первый день изучения. Подкрепляя какими-то либо заданиями в форме опросника и обсуждения. Два, допустим, пускай это будет вопрос. Дальше, соответственно, следующий день вы даете им, допустим, 5 основных вопросов, которые для обсуждения можете озвучить, подкрепляя те же самые практические деятельности. И усложняя. Вот на четвертый день вы уже можете, собственно говоря, акцентировать на каком-то отдельном взятом вопросе. Какой бы вы хотели обсудить, какой бы хотели бы ребят обсудить. Но в любом случае они обращают свое внимание на лексику, обращают на фразовые глаголы, на лексико семантические расхождения. Особенно очень интересный момент возникает это в плане изучения, если, например, британский, американский вариант английского языка. Как, например, в Великобритании говорят, как говорят в Соединенных Штатах Америки. В Штатах какие существуют определенные изменения в плане языка, если не говорить по поводу диалектов, и так далее.
То есть здесь, на мой взгляд, вы можете реализовать свою деятельность в полном объеме, то, что вам будет гораздо интересно, и ребятам, прежде всего. Но что касается процесса создания веб-квеста, здесь, конечно же, я хотел бы акцентировать свое внимание. Это проблемные моменты, которыми сталкиваются, когда уже огромное количество информации у вас появилось, у вас есть идеи, соображения, каким образом создать. Здесь, прежде всего, конечно, выбор темы. Уже лежит, как вам нужно, какую выбрать тему, на чем необходимо акцентировать внимание. Пускай даже, допустим, я не говорю, допустим, каждый урок вы создаете веб-квест. Вы, например, создаете на целый раздел квест, где вы можете выбрать ту или иную тему и уже поэтапно уже эту тему с ребятами уже разбирать. Выборы, конечно же, интернет-сервиса дизайна, на котором я вам говорил, обращают они тоже особое внимание. Мне очень все нравится красочное, когда какие-то картинки появляются, гиперссылочки, качественное видео, просмотр. Это очень интересно, им и вам очень интересно, вы на это смотрите и обращаете внимание. Подбор заданий. Веб-ресурсы, планируем результатов. Здесь полнота возможностей, огромная полнота возможностей. Я вам немного позже расскажу о планируемых результатах и как выбор ресурсов на особо необходимо будет обратить вам внимание при создании веб-квеста, при нашей следующей беседе. Здесь, соответственно, есть некоторые подводные камни. Есть качественная и некачественная информация, устаревшая и неустаревшая информация. Ну и, конечно же, вы смотрите по своему опыту педагогическому. Те ребята, которым успевают, те, которые ребята не успевают, здесь, безусловно, конечно, на это будет на особо обратить внимание. И наполнение веб-квеста содержанием. Здесь я уже говорю огромное количество источников информации. Вы здесь можете обратить внимание на любые всевозможные моменты. Что касается квест, вообще, прежде всего, он должен иметь определенную свою структуру. То есть существуют определенные требования при создании самого квеста. Здесь, конечно же, вам бы хотелось бы обратить внимание. Это как, прежде всего, тест должен быть. Каким должен быть? Это должно быть ясное вступление, где прежде всего четко описаны главные роли. Главные роли участников, например, там ты детектив, например, ты журналист, ты рассказчик, пытающийся разгадать, например, загадку, интеллектуальную загадку, таинственного путешествия какого-либо, в зависимости от возрастной категории. То есть пятые, шестые и седьмые классы выполнять эту работу будут много. То есть, им наоборот, очень хочется копаться, интересно, уже более старшее звено. Здесь они, соответственно, может быть что-то интеллектуальное, где они могут сами эту информацию получить. И, безусловно, конечно, сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. То есть, ясное вступление – это у вас уже основной студент, на который нужно будет обратить внимание, как вы уже обозначите свой квест. Это центральное задание, то есть, которое принято здесь достаточно выполнять, чтобы было это понятно, интересно, продуктивно, ну и, конечно же, конструктивно выполнять эту работу. И здесь четко определен итоговый результат, что вы в конечном счете, соответственно, за это получите. И должна, безусловно, быть описана проблема, которую нужно решить, определяя все возможные позиции. Позиции, допустим, учителя, учитель-модератор. Модератора и учеников, учащихся группы, которая должна быть аргументирована, защищена, указана другая деятельность, которую выполнялась при этом он находил ту или иную информацию, источник, которая направлена прежде всего на переработку и предоставление результатов, исходя из собранной информации. Здесь, конечно, сложности возникают, это ключевой момент и ключевой фактор, на который необходимо здесь обращать свое особое внимание. Третье, здесь, конечно, список информационных ресурсов должен быть отображен в электронном виде, то есть, может быть, это будут какие-то ссылки на YouTube источники, может быть, это довольно известные блоги, в которых ребята тоже самые наиболее часто какую-то помощь от них получают. Это ссылки ресурсов интернетов и адреса веб-сайтов, необходимые выполнению учащимся задания. Здесь, конечно же,
Вы можете отнести, как вам говорил, само в начале процесса выполнения задания, можете как по отдельному критерию использованные материалы применить, когда уже вы оставляете свои комментарии. И описание процедуры самой работы, которую необходимо выполнить каждому участнику при самостоятельном выполнении задания. То есть этапы. Первый этап, второй этап, третий этап, сложности этих этапов. То есть, из, допустим, приходя за этап, он, допустим, усложняется. Не выполнить первый этап, не приходишь ко второму этапу, не выполнить второй, не приходишь к третьему этапу. И уже при этом увидит полноту выполнения того или иного задания, у него уже по пазлам уже проясняется какая-либо картинка. Это, конечно же, прежде всего, руководство к действиям. Руководство к действиям, то есть как организовать и представить собранную информацию, которая может быть представлена в виде направляющих, основных генеральных вопросов, организующих учебную работу. То есть, например, связано с, например, те же самые, как говорил я, временные рамки. То есть, несмотря на все то, что они начинают, им тяжело, допустим, привыкать первые два месяца к этим временным рамкам, но уже постепенно, поэтапно они чувствуют чувство времени. Это самое главное. При сдаче государственной итоговой аттестации это немаловажный фактор. Вы это прекрасно знаете, уважаемые коллеги. И они должны постоянно чувствовать это время. То есть, есть полнота выбора задания, вы можете это задание выполнить, но имейте в виду, что у вас есть на это время. А какое определенное количество времени вы уже сами определяете. Пускай это будет, допустим, пятиминутка на обсудить те или иные вопросы, допустим, практику устной речи по той или иной теме. А может быть, это 10-минутка, уже какие-то генеральные основные вопросы будете обсуждать с группой и так далее. Может быть, вы выполните те ключевые роли, допустим, те же самых учащихся, которые успеваемость намного выше, лучше, чем успеваемость тех же других учеников, у которых грамматика, у них проблемы есть с вокабуляром и так далее. То есть ключевые моменты вы же включаете, и есть некий определенный наставник с тем же самым учащимся. То есть не просто он у того и другого списывает материалы, или он его. В любом случае ему нужно это слушать, ему в любом случае нужно выполнять это задание и уже обдумывать. А тот может ему проконтролировать, проследить, а вы, собственно говоря, если у вас возникают какие-то ряд вопросов, или у него вопросы, вы можете ему предоставить свою методическую поддержку и помощь. Что касается использования самих информации, здесь вы. Вот я говорил основные моменты как заготовок, то есть веб-страница для избежения технических трудностей при создании или самостоятельных страничек как результаты учеными материала. Здесь уже, конечно же, вы основную заготовку, вот этот скелет, создаете им сами. Потому что они должны на это обратить внимание. Отбор информации, я вам чуть позже расскажу про информационную безопасность. Мы про это, конечно же, не забываем. И в то же время, как бы, они понимают, что вы им облегчили жизнь, намного облегчили жизнь, ну, как бы, помогая друг другу. И вы им облегчили жизнь, себе облегчили жизнь, но в то же время они понимают, что работу, ту, которую вы даете, ссылки, источник информации, те задания им необходимо будет выполнить, нужно будет проявить в этом. Сообща, конечно же. Заключение. Здесь вы можете определить, прежде всего, опыт, который у вас сформировался при самом веб-квесте, создании веб-квесте, сами те же самые задания, обсуждении тех же самых заданий. Здесь вы, конечно же, при выполнении самостоятельной работы, вы уже делаете какие-то определенные выводы. В конце любого квеста или в конце, допустим, того или иного задания делаете какие-то небольшие, маленькие проверочные работы. Вы же их оцениваете деятельность по тем же самым критериям, которые вы изначально создавали. То есть создаете какой-то определенный скелет, по которому вы уже просто направляете руководство данной деятельности. И они знают, что когда они подходят, а мне за что вот эту отметку поставили, мне за что вот эту отметку поставили и так далее. А здесь, конечно же, они видят перед собой те критерии, и по этим критериям они начинают выполнять то или иное задание. Вначале, допустим, они на это обращают уже пристальное внимание, дальше они уже, соответственно, запоминают, что за это, что необходимо, сколько мне допустить максимально нужно ошибок, какие существуют временные рамки и так далее. То есть уже потом, как практика показывает, у них возможности намного больше становятся. То есть они свой определенный интерес здесь уже преследуют. И вы можете иногда, кстати, включать риторический вопрос.
то есть стимулирующую активность учащихся, то есть продолжить свой опыт в дальнейшем. То есть каким образом, допустим, озвучить какую-то ту или иную тему, того или иного того же самого раздела или темы, вы можете задать риторический вопрос, ну, как бы уже обсуждая на перспективу. То есть хотелось бы им эту тему, допустим, обсудить, как они эту тему хотели обсудить, как они ее хотели видеть, на что именно акцентировать внимание нужно было бы. Ну, то же самое близко к тому же самой теме, проблеме, которую вы проходите по программе. Вот видите полноту, полную картину, которая здесь представлена на слайде. Здесь это самое, одно из самых главных и важных моментов, на которые нужно необходимо вам акцентировать свое пристальное внимание. Что касается самой полезной информации, которой можете поделиться не только с коллегами по кафедре, по метод-объединению, но и с другими преподавателями других дисциплин. Это может быть русский язык, литература, это может быть история, это может быть биология, химия, например, то есть география, безусловно, при изучении лингвистического материала. И вот в лицее в нашем мы создали такую некую брошюрку, в которой, соответственно, вы можете этот перечень увидеть при создании того же самого веб-квеста, где огромное количество принимает тех же самых различных педагогов по различным сферам деятельности и дисциплинам, как этот нужно необходимо применить в своей деятельности, в своей практике, посоветовать коллегам. И детям было бы, конечно, безусловно, в этом принимать участие интересно было бы. И, безусловно, ссылки необходимы, те же самые, какие платформы необходимо обратить внимание, которые бы акцентировали внимание тех же самых коллег, по которым вам, им было бы и вам легче бы работать, ну, допустим, те же самые педагогам других предметов. Что касается интеграции в учебном процессе, то здесь, безусловно, здесь необходимо, прежде всего, обращать свое особое внимание, как вот использование информационных технологий для решения профессиональных задач. Оно решает наши с вами в большей степени процентов на 90-95% наших профессиональных задач. И уже на практике я уже на этом акцентировал внимание, сделал определенный вывод, и это очень полезный и интересный момент. Что касается самообучения, самоорганизации, то же самое, это для ребят, для вас это было бы важным фактором, критерием. В работе в команде вы то же самое видите, представляете собой основной момент. И они в этом принимают участие, тем самым тех же самых ребят, которые отстающие, подтягивают за собой. И пускай, допустим, это будет незаметно, допустим, первые две недели, месяц, но уже потом вы на следующий месяц вы это увидите и ощутите. И они уже начнут подбадривать кого-то, вот тебе необходимо на это обратить внимание, тебе нужно вот это выполнить, сделать. И умение находить несколько способов решения проблемы ситуации. Здесь это немаловажный фактор. Они постоянно анализируют сбор и обработка информации. И каким образом эту информацию нужно будет в кратчайшие сроки предоставить ее, в какие сроки, в кратчайшие сроки ее необходимо изучить и по каким критериям ее необходимо изложить, эту информацию. То есть здесь вы уже им определяете ту работу, по которой они будут дальше работать, уже будете их оценивать, и уже вы увидите целую результативную картину происходящую. И сделать можно будет какую-то определенную статистику. Ту или иную группу, которую вы можете оценить. У тебя, допустим, общее суммарное количество 120 баллов, у тебя здесь столько-то баллов. На это обратить внимание, они уже видят полноту картину, да, мне на это обратить. А что, почему у меня здесь именно так получилось? А вот посмотри, пожалуйста, по этим критериям. Он сам же с этих критерий смотрит и понимает. Поэтому я считаю, что это очень объективное оценивание, как на практике это все было показано. Ну, непосредственно приходя к устной части, государственной итоговой аттестации, вы здесь можете акцентировать свое внимание вот именно на основных моментах, то, что мы в нашем учебном заведении это применяется, в лице номер 9 города Волгограда. Вот основные моменты, на что можно быть управлять. Это различные, еще раз говорю, это наши некоторые моменты, на которые мы акцентируем внимание. Это может быть пересказ планирования, проектирования, самопознание, это творческие задания, достижение консенсуса, оценки, убеждения, научные исследования. Ну, ура, конечно, приветствуется, безусловно, это в 9-10-11 классах журналистские расследования, здесь и объективное изложение информации, разделение мнений, фактов, в
кто за, кто против. И когда вы, например, создаете какой-то брифинг, обсуждение той или иной проблемы, и уже ребята начинают метаться из одной группы в другую, видя, что, допустим, аргументы, факты, доводы приведены по той или иной проблеме, они дают свое согласие той или иной группе, выходя из одной группы в другую группу. То есть они в этом принимают достаточно активное участие, но при этом они видят, что активно нужно использовать ту лексику, те фразовые глаголы, грамматику, которая необходима при изучении в том или ином классе. И, конечно же, это, например, если брать, например, 6 и 7, 8 класс, для них было бы очень интересно, это детектив, головоломка, таинственная история. То есть было бы на основе про те ключевых фактов, какие возникают, на что им необходимо обратить момент. То есть им очень интересно копаться и здесь находить определенные моменты, на что именно необходимо обратить внимание и каким образом предоставить эту информацию. То есть это очень интересно. Здесь вы определяете прежде всего основные моменты. Это вот как виды заданий. Хотелось бы, конечно, обратить ваше особое внимание на выпускные классы. Это, конечно, аналитическая задача. То есть поиск и систематизация информации в MedQuest. Здесь, конечно же, аналитически они размышляют о происходящей данной ситуации, о проблеме решения той или иной задачи, которая была им поставлена. Это, конечно же, применение методом дедукции и индукции, то есть от общего частного к общему. Здесь они, соответственно, активно принимают в этом активное участие. Ну и, конечно же, планирование и проектирование, разработка плана самого. То есть они набрасывают какой-то определенный план, этот план они обсуждают, переговаривают, но определенные те же самые критерии, которые вы им изначально создали, и временные моменты, и тогда вы уже начинаете видеть перед собой полноценную картину, на что обратить внимание тому или иному ученику, ну и где вы можете скорректировать и предоставить им свою методическую помощь, поддержку. Вот информационной безопасности здесь, конечно же, здесь вот особая роль, конечно, лежит на вас самих педагогах. Вы уже эту информацию отслеживаете, вы уже информацию определенно выбираете, вы ее, допустим, прикрепляете к тому или иному заданию, которое будете обсуждать для просмотра, но вы ее в любом случае проверяете. Достоверность этой информации проверяете, вы проверяете оригинальность данного видеоролика, допустим, или же, например, того сайта, в который, допустим, будете ребят отправлять и направлять, что для того, чтобы выполнить то или иное задание. Здесь, конечно же, в большей степени на вас лежит огромная роль. И ребята при этом тоже понимают, что я своим ребятам, ученикам говорю, вам необходимо, конечно же, прежде всего, чтобы вы куда-то зашли, это обязательно проконсультироваться. Они уже подходят, интересуются. Вот мы хотели бы вот еще дойти туда, дополнительный источник. На информацию заходите, посмотрите, да, можно на этот источник. Уже в перспективе, в случае обсуждений, подводя итогов того или иного квеста, вы уже можете применить тот же самый дополнительный источник. Здесь я получил ту информацию, здесь мне было интересно это. Здесь мне было легче, удобнее. То есть и вам это очень будет полезно и интересно, ну и, конечно же, ребятам. Что касается, вот подводя дискуссию нашу с вами, я бы хотел сказать, во-первых, что прежде всего нам это дает. Это прежде всего повышение эффективности и качества знаний. Это способствует поиску интернет-информации, которая поручает учащимся учителя. Развитию мышления, учащихся на стадии анализа, обобщения, оценки информации, развитию компьютерных навыков, учащихся, повышение их словарного, безусловно, запаса и поощрение учеников учиться независимо от учителя. То есть я вам как сказал вначале, выполняет такую функцию, как модератора, который, соответственно, он наблюдает за происходящей данной ситуацией, но он наблюдает за этим и уже дает свободу, полноту свободы действовать ребятам, но в определенных рамках, которые есть, существуют. Это первое, по определенным критериям оценивания. И, конечно же, это, безусловно, временные рамки, на которые вы, конечно же, акцентируете особое свое внимание.
Повышение словарного запаса, безусловно, выявить активную лексику. Дальше, при, например, то же самое создание веб-квест отдельно взятых заданий, вы можете создать определенные, допустим, будем так говорить, листья ознакомления, в котором вы можете акцентировать внимание на фразовых глаголах, на словосочетаниях устойчивых, каких-то фразеологических оборотах, идиомах, может быть, какие-то сопоставительные анализы той или иной лексики, если, допустим, британский, американский вариант английского языка, просто ребятам это было очень интересно. И они это все изучают, смотрят и применяют на практике, безусловно. Даже если что-то подзабыл, но он как вернулся к этому листу ознакомления, и здесь, соответственно, он может акцентировать на это внимание. А развитие компьютерных навыков, безусловно, на этом они акцентируют тоже я особое внимание. Здесь они умеют собирать необходимую информацию, какую-то информацию собрать, каким образом подключиться, на что именно обратить внимание, оперативность выполнения тех или иных заданий. Здесь это все это, конечно, зависит от вас и от желания учащихся выполнять данную работу и, конечно же, практика. Ну а по поводу поиска информации, здесь мы сейчас живем с вами в эпоху информатизации общества 21 веке, и здесь, соответственно, мы видим огромный количество информации, нужно, не нужно, полезно, не полезно. Чтобы выбрать ту подходящую информацию, вам прежде всего необходимо учителям, педагогам, предметникам здесь на этом акцентировать внимание. И они уже начинают выбирать, сопоставлять. Здесь они проводят сбор информации, анализ этой информации, систематизация, ну и обработка этой информации, а потом, в конечном счете, применение на своей практики деятельности, как и вам, педагогам, так и ребятам. То есть, в любом случае, информация проходит через вас сами. И вы этот материал также сами с ними вместе изучаете, вы вместе с ними анализируете, только вносите какие-то, допустим, коррективы, и после этого, соответственно, уже видите, как это будет на практике реализовываться. Ну, а по поводу поощрения учеников, здесь ученики, конечно, независимы от учителя. Они здесь вроде бы абстрагируется, но в то же время, время от времени просит вашей методической помощи. И вы им уже подсказываете. Вам необходимо на это обратить внимание. Посмотрите сюда. Но при этом вы не напрямую указываете на ту или иную ошибку, не напрямую, допустим, обращаете внимание, а уже подводите к этому. Вот здесь, посмотри, пожалуйста. Обрати на это внимание и так далее. То есть они уже начинают сами работать, сами выискивать эту информацию. Это очень полезно, это при этом поощрять. А поощрение это заключается в ваших критериях. По этим критериям, по этим баллам, очень, поверьте мне, что баллы это очень играет весомую роль, когда они видят, для них это определенная игра, вот у меня столько баллов, я получил столько баллов. Можете создать, вот, например, мы с 9 классами создали определенную шкалу балл. Каким образом можно это применить? И, соответственно, они уже на этом акцентируют внимание особо. Ну, подводя наш итог, я, как обещал, ответить на ряд ваших вопросов, уважаемые коллеги. Вот первый вопрос, который здесь прозвучал, когда вы будете проводить мастер-класс по веб-квестам. Ну, еще со сроками мы еще, конечно, определимся. Заблаговременно вы об этом узнаете. Сейчас на данный момент я не могу вам ничего сказать, но это будет, конечно, ближе в июне, когда все закончатся экзамены. Вы немножко разгрузитесь. И мы разгрузимся, и вам немножко полегче будет, и свежая голова будет. Может быть, какие-то вопросы у вас возникнут, я на них очень охотно отвечу. Может быть, что-то скорректирую в своей деятельности профессиональной. Может быть, чем-то вам подскажу, и я буду очень вам признателен в этом. Поэтому ближе это будет, скорее всего, к июню, в июне, середине июня где-то, вот так будет. Дальше, что касается, все вижу, пишут очень актуальный веб-квест по чтению. Да, на самом деле. То есть огромное количество текстов, которые они, соответственно, вы можете применять, и изучать эти тексты, и различные задания к этим текстам, обсуждения, пересказы. Может быть, они свои какие-то, например, статьи могут написать. Но они в любом случае определенные критерии должны перед собой видеть. И поэтому по чтению здесь, конечно же, это играет достаточно весомую роль, особенно, например, проблема возникает с активной лексикой, вокабуляром 9 классов, 10-11 классов, желание есть, возможности нет. Здесь, конечно же, нужно на это акцентировать внимание, и вам, как педагогам-предметникам,
вы можете им здесь подсказать и выбрать ту полезную информацию, которую они могут изучить. Еще вопросы, может быть, есть ко мне какие-нибудь вопросы? Спасибо, уважаемые коллеги, что, я думаю, что вы для себя получили очень полезную, интересную информацию. Будем говорить, рациональное зерно появилось в вашей профессиональной деятельности. Мне, как практику педагогу, конечно, безусловно, бы хотелось бы это тоже дальнейшем применять на практике, всячески это модернизируя, усовершенствуя. Ну и, конечно, с вами хотелось бы тоже поделиться с этими идеями, соображениями, чтобы вы это тоже на практике применяли, и вам было намного легче, проще было бы с нашей вот этой монотонной, трудной работой это применить на практике. Ну и, прежде всего, с ребятами, которые... Некоторые хотят, некоторые, может быть, и не хотят, у них, так, может быть, какие-то возможности, проблемы возникают. И данная технология, такая как WebQuest, она помогает, безусловно, помогает. Поэтому здесь, конечно же, играет это весомую роль. Спасибо вам большое за внимание. В ближайшее время вы узнаете, когда у нас будет проходить мастер-класс. Да, и еще я забыл вам сказать о том, что... Мы все-таки, наверное, в перспективе проведем, наверное, конкурс, это уже, наверное, ближе к сентябрю, где вы можете принять свое участие в создании веб-квестов. И как вы будете создавать этот веб-квест? Какую интересную информацию в веб-квесте будете получать, получите информацию, соответственно, как вы создадите, мы проведем некий определенный конкурс. То есть вы можете в этом активно принять участие, как педагоги-предметники, и поделиться своим опытом и соображением. То есть с области теории мы перейдем в области практики. Может быть, что-то новенькое вы расскажете нам, поясните. Может быть, вы продемонстрируете нам какие-то основные моменты техники создания данной программы и так далее. Спасибо вам большое. Вам творческих всех успехов. Удачи. До свидания.